Для того, чтобы автомобилисты могли оперативно сообщать о правонарушениях на дороге, водители 37-го маршрута и сотрудники автоинспекции специально наклеили эти листовки с телефонными номерами дежурной части. Нарушение правил дорожного движения должно быть зафиксировано с помощью фотоаппарата или с помощью мобильного телефона. Также свидетель должен обратиться в госавтоинспекцию с заявлением с указанием даты, места и совершения административного правонарушения. Более 20 лет назад на автопредприятиях выдавался почетный жетон 100 тысяч километров без аварий. Более того, были водители, имевшие также почетное звание «миллион километров без нарушений». Сейчас, по статистике, подавляющее большинство автомобилистов имеют штрафы за те или иные правонарушения на дороге. Конечно, лихачей в городе много. Люди, как говорится, многие не соблюдают правила, поэтому это немножко напугает людей, и они немножко притормозят. А может, в дальнейшем и задумаются, как говорится, как надо ездить на дорогах. Отметим, в минувшем месяце благодаря неравнодушным автомобилистам удалось задержать двух водителей, совершивших наезды на пешеходов и которые пытались скрыться с места происшествия. К слову, за это их наградили в администрации Улан-Удэ и госавтоинспекции. Подобная акция «Нарушаю ПДД, сообщи в ГИБДД» должна дисциплинировать граждан, уверены правоохранители. Намсарай Намсараев, Сергей Костенко. Новости дня.